На заседание межведомственной комиссии приглашаются руководители предприятий, чьи сотрудники, по данным Краевой налоговой службы, получают низкую заработную плату. Это дает основание полагать, что деньги им выплачивают в конвертах, а скромные суммы в отчетах предприятия указывают для ухода от налогов. В результате муниципалитет теряет доходы, которые должны быть направлены на развитие города и выплаты бюджетникам, а рабочие, получающие серые зарплаты, лишаются социальных гарантий. Это задача государства – уйти от того, где обижают людей, потому что недоплачивая людям, скрывая доходы, налоги, в последующем эти люди недополучат пенсии. Поэтому низких зарплат на предприятиях быть не должно. Независимо от того, работает ли сотрудник на полную ставку или на половину, труд должен оплачиваться достойно. Это и доводят руководителям компаний на заседаниях межведомственных комиссий. Мы вам рекомендуем поднять зарплату до средней по отрасли в крае, как минимум в городе. Если вы это не делаете, следующий этап – это краевая комиссия, куда вас пригласят. Также руководителям организации напомнили, что за выплату заработной платы ниже минимально разрешенного размера введены штрафные санкции, а за серые зарплаты грозит уголовная ответственность. Влада Волошина, Игорь Щенников, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».